Здравствуйте, Никита. Дядь Гриша, добрый день. Как самочувствие? Чего твит какой-то нездоровый? Не простудились? Никит, в моем возрасте здоровый вид – это непозволительная роскошь. Ну, этого напрасно. Отец-то мой постарше вас будет. А какой бодряк? Кто же занимается спортом? Думать надо и беречь свое здоровье. Да бросьте. Для кого мне беречь это сокровище? Как ваши дела? Все хорошо? Спасибо, трудимся. Слушайте, вот эти дорожки нужно почистить. И еще канализацию проверьте, пожалуйста. Если нужно, вызывайте эти службы, пускай сами откачивают. Главное, чтобы не как в прошлый раз. Извините, Никита. Это мой недосмотр. Все сделаю в лучшем виде. Больше не повторится. Я вроде никого не жду. А это ко мне. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Добрый. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Гришаня! Сколько лет, сколько зим! Тысячу лет не виделись. Здравствуй, Макс. Главное, Пастухов говорит. Вот, у Иорданова копию заказал. Но я сразу, у какого такого Иорданова? Собрался вот и приехал за компанию. Здравствуйте. Я понял. Ну, главное, чтобы не вред работе. Все сделаю, как договорились. Нам туда. Я теперь там обитаю. Пойдем. Проходите, пожалуйста. Проходи, проходи. Проходите. Вот сюда, пожалуйста. Позвольте. Барабанная тушь. Один в один с оригиналом. Да? Да. Иорданов никогда не делает халтуры. А? Ага. Ну, сравните. Ага. Потрясающе. Вот и я так думал. Но первое впечатление обманчиво. То, что нас так подвел, Иордан, нехорошо. Мы тебе доверились, а ты? Вадим Евгеньевич, какие проблемы? Большие проблемы, Григорий Иванович. Ты обещал, что твою копию никто от оригинала не отличит. А в итоге ее сразу просекли. Надо же. Вадим Евгеньевич, а хотите, я вам новую сделаю? Ну, в смысле, копию. Поздно. Мы твой шедевр серьезным людям продали. И за серьезные деньги. Обман вскрылся, они на нас обиделись и поставили нас на серьезные бабки. А поскольку виноват ты, тебе и платить. В общем, с тебя 1,5 миллиона рублей. Откуда, Вадим Евгеньевич? Вы же мне 100 тысяч всего дали. Я же объясняю. Клиент все просек, сильно обиделся. И поставил нас за обиду на еще более крупные бабки. Так что плати давай. Минуточку. Макс, вы берете картину? Я? Нет, я передумал. Как? Разрешите? Макс. Вадим Евгеньевич, у меня нет таких денег. Твоя проблема? Любишь кататься, люби и саночки возить. Бить будете? Традиция. Немножко поучим. Ничего личного, чувак. Это просто наша работа. Вадим Евгеньевич, мне не нужно никаких денег. От чистого сердца хочу сделать вам подарок. Держите. Да не торопитесь. Никуда этот чудик не убежит. Ну, что с тобой еще, Иорданов? Нога, кажется, сломана, и башка трещит. Сочувствую.
Но деньги ты нам отдашь. И чем быстрее, тем лучше. Потому что каждый день к тем 1,5 миллионам будет набегать по проценту. А это еще по-божески. А если не отдам? Не советую. Ты же знаешь, какие у нас традиции. Алло, скорая. Предположительно, перелом малой берцовой кости, закрытая черепно-мозговая травма. За городом. Платформа 10-й километр, Садовая 15. Макс. Хорошо. Макс, не надо никого вызывать. Гриш, ну что происходит? Почему ты живешь не в доме, а в какой-то пристройке? Где твоя жена? И как тебя угораздило связаться с этими бандитами? Ой, не спрашивай. Проигрался в дрызг. Ха, жена ушла. Дом пришлось продать. А бандиты у них же на лице не написано. Да, по-моему, как раз очень даже написано. Слушай, ты не мог бы одолжить мне 1,5 лимона? Извини, Гриш, сейчас совсем свободных денег нет. Я понимаю, понимаю. И легкое сотрясение. Везет. Слышь, тут магазин через дорогу. Я бы сам сходил, да видишь, не могу. Поразводили их собак злющих, сволочи. Гриш, терпежи нет. Сходи, а. Деньги отдай. Рыбкин! Отстань от человека. Что ты к нему привязался? Он только оклемался, а ты его за водкой гонишь. Терпежу нет. Совесть есть? А что сразу орать-то? Просто спросил про самочувствие. А деньги зачем суешь? Сейчас скажу сестре. Вылетишь отсюда без больничного листа. Здрасте, здрасте. Привет. Привет, папочка. Привет, доченька. Я вот тебе книги принесла. Ой, спасибо. Которые ты просил. Тут еще фрукты. Пирожки. Как у тебя температура? Ой, все нормально. 36,6 три дня подряд. Так что через неделю выпишут. Угощайтесь, пожалуйста. Вы этого мне? Угощайтесь. Нет, не стоит, спасибо. Угощайтесь, это я пекла. Спасибо. Поправляйтесь. Как рука? Немножко побаливает. Иорданов! Иорданов, просыпайтесь! К вам друзья пришли. Что? Какие друзья? Вам виднее. Это тебе, чувак, чтобы поправлялся поскорее. Привет, от Владимира Евгеньевича. И давай возвращайся быстрее в строй. Бабло готовь. Угу. Еще он просил передать, что мы помним тебя и ждем. Мужики! Слышь, мужики! Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! В эфире программа «Где ты?». Удивительно, в наше время уникальной
уникальных возможностей поисковых систем. Время всепроникающей мобильной связи. Люди долгие годы ищут друг друга. Наша передача создана специально для помощи тем, кто ищет своих близких. Никак не пойму, этот ведущий, он пьющий или зашитый? Кто о чем? О вшивой, о бане. Так рыбак рыбака видит издалека. Нам редко, к счастью, удается эту помощь оказать. Сегодня тот редкий случай, когда к нам пришло не письмо. Наташа Дубинина лично приехала к нам на передачу. Наташа выразила желание обратиться к телеаудитории не в письме, а непосредственно в эфире. Встречаем Наталья Дубинина. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташа, расскажите нам немного о себе. Кто вы, откуда и с какой целью приехали к нам на передачу? Дело в том, что я ищу своего отца. Так получилось, что мама не сказала ему о моем рождении, и они расстались. Потом мама умерла, я попала в детдом. Там меня удочерила тетя Катя. Вот. Я стала жить в Емельяновке. Это в Североборской области. Я закончила педагогический колледж. Работу учительницы начальных классов. Значит, вы никогда не видели своего отца? Никогда. Бедная девочка. Я даже фамилии его не знаю. Мама об этом никогда не рассказывала. А тетя Катя недавно... А тетя Катя — это ваша приемная мать? Да, тетя Катя. Она недавно умерла, и перед смертью мне оставила фотографию. Вот она. У нас есть групповой снимок, к сожалению, нет индивидуального. Мы попросим нашего оператора увеличить изображение. Гляди-ка, Ярданыч, а Батяня-то на тебя похож? Всем, кто смотрит нашу передачу, если... Ты уже скажешь. Совсем не похож. Где он живет, пожалуйста, позвоните нам по телефонам, которые вы сейчас увидите на своих экранах. Судя по всему, этому мужчине сейчас около 50 лет. Простите, а еще можно сказать? Конечно, говорите. Я же по паспорту Григорьевна. И точно сказать не могу, но, скорее всего, папу зовут Григорий. Опа! Ярданыч, так у него и имя, как у тебя. Отзовитесь. Теперь от нас с вами зависит, найдет ли Наташа своего отца. Так может, это ты? Герой того романа, а? Рыбкин, ну что ты пристал к человеку? Посмотри, у людей есть серьезная, реальная драма. А тебе все хихоньки. Рыбкин, а как название деревни? Емельяновка. Североборская область. Ульяновка. Мишка! Наташка! Мишка! Привет! Привет! Как хорошо, что ты за мной приехала. Что? Может, к автобусу пойдем? Конечно, да, пойдем. Ты хоть сумку взял? Ой, прости, прости. А это? Это тебе. Ой, как пахнет. Спасибо, Миш. Экспонат руками не трогать. Ну, мужик, учудил. Это не автобус, а амфибия какая-то. Сам-то амфибия. Это Брунгильда. Чё? Имя такое немецкое из оперы. Ну все, все. Экскурсия окончена, мужики. Ну привет! Звезда экрана! Вовка, ты Брунгильдушку починил, что ли? Аккурат к твоему приезду. Когда успел только. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Ой. До свидания, Ирина Викторовна. Не поминайте лихом. Да уж не до свидания, а прощайте, Григорий Иванович. Не попадайте больше к нам. Берегите себя. Алло, чувачок, ты куда, а? А ну стой!
Ну ты чё, как не родной-то? Сколько ему говорю? Григорий Иванович, забыли что-нибудь? Блин, где он? Понимаю, Наташ. Зачем тебе вдруг отец понадобился? 20 лет жила без него. И... Ну, что ты, Миш? Родная кровь все-таки. Идеалистка-то, Наташ. Ты же его совсем не знаешь. Он маму твою, наверное, бросил. Вдруг проходимцем каким-нибудь окажется. Миш. Можно так говорить о незнакомом тебе человеке? Кто сказал, что он бросил маму? Да, расстались. Да, не сложилось. Бывает. Вообще, мало ли что у человека в жизни приключилось. Я уверена. Хороший человек. А ты не знаешь, так молчи. Ну, извини, Наташа. Не извиню. В следующий раз думай, что говоришь. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, как мне добраться до Емельяновки? Это в Североборской области. Емельяновка? Да. Сейчас посмотрю. Нет такой станции на железной дороге. Как нет? А что же мне делать? Странный вы. Вы что, не знаете, куда вы едете? Да нет, знаю. Просто никогда там не был. Ну, очень хочется побывать. Ну, тогда поезжайте до Североборска, а там спросите, не промахнетесь. Хорошо. Тогда мне, пожалуйста, один плацкарт на ближайший поезд. Так, до Североборска 2200 будет. Да. И паспорт, пожалуйста. Сейчас. Вот. Спасибо. Ближайший через 5 минут. О, то, что нужно. Спасибо! Пожалуйста. Девчонки, девчонки, а теперь Плющенко выходит, давай. Евгений! Евгений! А давай теперь моих любимых. Юка Кавагути и Александр Смирнов. Только чур я Кавагути. Какая ты Кавагути, посмотри на себя, ты Смирнов. Ой, ты что ли Кавагути? Девчонки, ну хватит вам, что вы. Вы обе не Кавагути. Да. Кавагути? Это я. А я знаю, почему Наташки все звезды получаются. Ну? Потому что она у нас теперь сама звезда эфира. Ты как вам скажешь? Да-да. Наташка, слушай, а ты Пугачева увидела? Не видела. А Галкина видела? И Галкина не видела. Ну ладно вам.
Можно подумать, у нее каждую передачу участвует. А что, нет, что ли? Какой канал не включить, то Галкин-то Пугачева. То Галкин-то Пугачева. Надоели уже. Наташ, слушай, а какие ведущие в жизни? Обычные. Да мы с ними только на съемках общались. Вы мне лучше расскажите, как тут мои второклашки поживают. Никто не болеет. Болеет. Оба Чичихина и у Гринбергу РЗ. У Тимофеев два зуба молочных выпало. Нет, они у него давно шатались. Ага. А в деревне что новенького? А, все по-старенькому. Галина вот в Египте отдыхает. Наташ, слушай, а ты вот серьезно хочешь отца найти? Ну, ты как думаешь, это вообще реально? Конечно, серьезно. Я теперь про него на всю страну объявила. Кто-нибудь да услышит, кто его знает. Вообще, девчонки, телевидение – это ведь страшная сила. Знаете, у меня такое ощущение, что мое желание обязательно исполнится. Я встречусь с папой. Ой, подождите! Пятый! Ой! Билет есть. О, здрасте. О, еле успел. Добрый день. Чай, кофе, пожалуйста, кто что желает. Печенье, вафельки. Добрый день. Спасибо. Билетик, пожалуйста. Все отлично. Счастливого пути. Спасибо. Не следил. Просто домой шел, смотрю, ты идешь. Ври больше. Выследил меня. Наташ, ну что мы постоянно ругаемся? Я извиниться хотел. Ну, за эти слова про твоего отца сегодня в автобусе. Поняла, можешь не напоминать. Я не хотел тебя обидеть. Просто я переживаю. Но я же вижу, как ты надеешься, что отец найдется. Ну, а вдруг твои мечты не сбудутся? Сбудутся. Я чувствую. Но если он окажется не очень хорошим человеком? Нет, ты опять. Все, я молчу. Молчу, Наташа. Миш, а тебе когда-нибудь отец бил? Один раз. Когда я во втором классе ружье у него взял. Мы с парнями решили пойти в лес по банкам пострелять. Он мне тогда такого леща отвесил. А вот я своих детей никому бить не позволю. Даже мужу. Пусть только пальцем тронет. Сразу выгоню. Вот сразу. А ты когда женишься, у тебя сколько детей будет? Наташ, я еще не думал по этому поводу. Мишка, Мишка. А у меня вот будет двое мальчиков и две девочки. И я с ними никогда расставаться не буду. Ни на один день. Коньки сможешь поточить? Конечно, смогу. Миша, ты завтра после двух свободен? Вроде планов никаких не было. А что? А приходи в школу. Будем елку ставить, класс украшать. Придешь? Приду. Стремянку захватить. Конечно. Без стремянки никак. Ну все, я пойду, да?
платок захвати. Хорошо. Смотри, такие есть, и такие есть, а. Красота же. Покажи. Бабуль, не подскажете, как можно добраться до Емельяновки? Утренний-то автобус уже ушел, а вечерний будет поздно. Так что опоздал-то, мил человек. И что теперь делать? На такси. Но очень дорого. Да. А лучше попутную. Вдруг Емельяновске попадутся. Спасибо. С Богом. Выписался. Дома его нет. На мастерской замок висит. Да по телефону не найти. Я думаю, симку выкинул. Соседы по дому спрашивали? Не, решили пока не светиться нигде. Вот учудил, так учудил наш горозаписец. До Емельяновки подбросите. Так я сам туда еду. Заскакивайте. Вот, спасибо. Наташка, лучше, чем в Кремле, ей-богу. Вот хватит. Миш, ну кто еще? Три шарика осталось. А, давай. Держи. Ничего, на счастье. Да? Да, вот другой. Надолго в Емельяновку? Пока не знаю, как сложится. А у вас там кто? Родственники или знакомые? Дочка. Давно не виделись? Очень давно. Я в сущности недавно узнал, что она у меня Наташа. Ага. Спасибо. Да не за что. Удачи! Хорош. Ну, что еще-то надо? Наташка! Наташка! Это такое дело? Ты только не волнуйся, пожалуйста, хорошо? Ага. Что случилось? В общем, это… Девочки, ну, тебе отец приехал. Кто? Папа. Папка Наташкин. Тихо.
папа. Я сразу поняла, что это ты. Сердце подсказало. И я. Как увидел свою фотографию в телевизоре и тебя в студии. Как будто сердце обожгло. Думаю, вот родной человек. Веришь? Конечно. Как здорово, что вы все-таки нашли друг друга. Прям сказка какая-то. Григорий Иванович, позволь полюбопытствовать. Ты что, не через программу-то появился, а сам прям взял, приехал? Хорошо, что сам. Так оно, передача-то всенародная, а я не хотел делать из нашей личной встречи телешоу. Как я тебя понимаю? И еще, мне очень стыдно, что я бросил Наташину маму с ребенком. Но она же тебе про меня не говорила. Нет, я виноват. Прости меня. Ладно, ладно, видишь, как все хорошо складывается. Григорий Иванович, ты как? Куришь, нет? Может, выйдем? Покурим? Ничего, что я на «ты». Ты с какого года будешь? 62-го. Стало быть, не возражаешь? Как вам угодно. Я гляжу, ты из этих, из творческих, да? Почему вы так решили? Ручки. Ручки-то не рабочие. Верно. На монументалиста учился. А, стало быть, нынче работы по профессии нету. Все-то вы знаете, Сан Саныч. А что тут знать? Марксизм-ленинизм отменили со всеми идеалами вместе. Ну-ка, что ж, кому монумент-то ставить? А вы считаете, без ленинизма больше идеалов и не существует, да? Ну-ка, назови хоть один. А, вот то-то. Ну и где же они нынче стоят, монументы твои? Сан Саныч, да не стоят нигде. Это монументальная живопись. Роспись больших площадей, кинотеатров, домов культуры, заводских столов. Петрозаводский в Харькове, в Москве, даже в Болгарию он приглашали. А сейчас, после перестройки, чем зарабатывал? В основном реставрации. Что реставрировал-то? Иконы, картины. А к нам-то в Емельяновку зачем? Надолго ли? Или так? Погостить, а? Проходите к столу. О, Грись, какая дочь тебе досталась. Ни за что, ни просто. Зачем ты так, дед Саш? Че там? Папа бы мне даже не знал, а как узнал, сразу в криях. Да ладно, шучу я. Ты пошутишь, и человек обидится. Ну. Григорий Иванович, а планы-то какие у тебя? На недельку к нам или завтра, и все? Сан Саныч, вы, наверное, лучшие годы органам отдали. Родину защищать, это так называлось. Правда, дед Саш, точно допрашиваешь. А что, спросить ничего нельзя? Тебе неинтересно? Ничего, ничего, Наташенька. Сан Саныч прав.
А вдруг я действительно проходимец? Выдал себя за отца, втерся в доверие, обчистил пол деревни и поминай, как звали. Я правильно говорю, Сан Саныч? А у нас проходимцев больше не осталось, да? Все вывелись. Да нет, немало. Предлагаю тост за бдительность. Вот. Держите. Это еще. Данные перепишите. Для надежности. Вот ручка. Ладно. Чего? Помочь? Иорданов Григорий Иванович, 24 мая 1962 года рождения. Серия 4851. Так, номер. Ну, пожалуйста. Ничего, дочка, ничего. 881. Дочь, твой отец очень много в жизни перенес. И одиночество, и предательство, и подлость, и унижение. Перенес свои беспочвенные обвинения. Вот только совесть свою твой папа никогда не пятнал. Никогда. Миш, налей. Предлагаю тост за совесть без единого пятна. А мамку с пузом все-таки оставил. А потом умерла тетя Катя. Стало совсем пусто. Она мне была самой родной. Хоть не родная. Знаешь, вот когда понимаешь человека без слов. Знаю. Но уже забыл, что такое бывает. Когда долго живешь один, вокруг души как бы панцирь нарастает. И вроде бы свыкаешься с такой жизнью. И никто тебе не нужен. А иногда так прихватит, что бежать хочется неизвестно куда. Просто бежать. Понимаешь, как нам повезло, что мы нашлись. Если честно, пока еще нет. Может, должно какое-то время пройти. Вот у меня тоже пока в голове не укладывается. А главное, душа поет и сердце ликует. И радости во мне столько. Ой, а можно я тебе свой страшный случай расскажу? Конечно, рассказывай. Это в третьем классе было. Я тогда после школы в танцевальный кружок ходила. И вот иду я домой. А темнеет зимой быстро, у нас же север. И на улице хоть глаз выколи. И главное, пройти осталось 3 дома. И тут выскакивают эти собаки. Может, 5, может, 8, не знаю. Выскакивают, окружили меня и рычат. А я стою, пошевелиться не могу. И был бы папа, думаю. Вот был бы папа, сейчас как схватил бы этих собак за хвосты. Да как? Закинул бы их на крышу продмага. Летели бы. Ну а дальше, дальше-то что? Да там дядь Саш с работы шел. Так гаркнул на них, они в рассыпную. Как же странно жизнь устроена. А я даже и не знал, что ты существуешь на белом свете и что собаки на тебя напали. Только ты не подумай, что это я рассказала, чтобы тебя упрекнуть. Нет, я не... Да ты что, я так не думаю. Можно я тебя обниму? Чтобы быстрее поверила, что теперь ты у меня есть. Пап, что ты ищешь? А? Рюмочки и стаканчик. А вон, сверху справа. А! Внизу на стаканчике. Да-да, увидел, вот. О! Ой! Вот, хлебушек. Давай.
по рюмочке выпьем. Ну, что ты? Я и так пьянее пьяного. Чаю хочу. А. Вот. А я выпью. Такой случай. Вот, закусочки. Еще что-нибудь? Давай. Нет, нет, все. Ну, давай. За встречу. Пап, я спросить хотела. Скажи, а почему вы с мамой расстались? Знаешь, иногда в жизни что-то меняется. Что-то начинаешь видеть по-другому совершенно. Не знаю, по глупости. Ты вот закусочки. Спасибо, я стараюсь на ночь не переедать. Ты прости, я, наверное, выражу неприятные воспоминания. Просто мне не у кого больше спросить, какой была мама. Я ведь ее почти не помню. Ну, хоть что-то помнишь? Помню. Из садика меня всегда позже всех забирала. И еще помню, как мы зайца с ней шили. Из ее старой зеленой кофты. Смешнее чего такого? Мы ее в Риге купили. В Риге? Пап. А как вы с мамой познакомились? А, меня приятель на эту вечеринку затащил. А Света, твоя мама, с подружкой пришла. Подожди, почему Света? Маму же Оксаной звали. Оксаной? А я что сказал? А ты говоришь, Света. Ну, ты даешь. Ну, как так? Прости, у меня с этими именами свистопляска. Да ничего. Слушай, а может, у тебя какие-то мамины фотографии сохранились? Сейчас я... Джеки. Но она очень красивая была. Прям как ты. Ой, да ты ж, наверное, устал. Ой, дорога, да еще эти расспросы от Саши, да я со своими вопросами. Да, немножко есть. А мы еще с тобой наговоримся. У нас... Вся жизнь впереди. Пойдем, постелю тебе. Пойдем. Вот. Теперь это будет твоя комната. Раньше здесь тетя Катя жила, я сейчас... А ты обустраивайся, высыпайся. Вот. А завтра я тебя с деревней познакомлю. У нас все люди очень хорошие, тебе понравится. Вот увидишь. Не может быть, Наташ. А? А откуда здесь эта икона? Да она всегда здесь была. Красивая, да? Смотри. Глаза у нее как будто прям в душу смотрят.